Здравствуйте, вас приветствует информационная служба ТНТ «Поиск». И вот главные, но не все темы нашего выпуска. Новый стандарт дачной жизни. Садоводам рассказали, как и что должно быть в СНТ. Данный региональный стандарт содержит нормы и требования по содержанию садового товарищества. Вооруженное преследование в центре города. Полицейские задержали лихача. Неизвестный молодой человек сел в автомашину УАЗ-2107 без номерных знаков и на большой скорости направлял эту машину на граждан, то есть пытался их задавить. Вторая жизнь книгам и газетам. В районе прошел экомарафон «Переработка». Мы собрали, в общем-то, со всех наших знакомых, со всех родственников, со всех учеников, у кого, в общем, что было, мы собрали и, в общем-то, поддержали так, вот эту акцию. Да. Самые большие тыквы растут в Петровском. В субботу прошел традиционный золотой кабачок. Праздник очень понравился, веселый, хороший, много творческих коллективов, много умелых людей, мастеровых.